что это будет оценено не только нами, зрителями, но и судьями. Вообще, я в ужасе. Я наоборот. Да. Очень хорошо. Музыка так? Музыку очень тихо играла. Пол номера убили. Судейская коллегия в шоке. Татьяна Навка, Егор Бероев. Оценка за технику. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценка за артистизм. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Карен Георгиевич, как вам сегодня этот мини-спектакль? Некая история любви. Все отметки, оценки, которые я поставил, говорят сами за себя. Я вот после долгого перерыва здесь с вами и должен сказать, просто нету слов. Они настолько артистичны, настолько с таким чувством они вообще танцуют, что, понимаете, просто никаких других оценок невозможно было им поставить. Потрясающий номер и очень красиво срежиссирован. Спасибо большое. Татьяна Анатольевна, качественное катание. Я слышала, вы сразу после номера сказали, что вся судейская коллегия в шоке. Ир, скажи, завидно? Мне? Конечно, да. Я сама хотела бы покататься с удовольствием. С Навкой причем. Ой, Ир, а я бы с Бероевым. Он-то на прошлом проекте яблоко ел. Забыть не могу, как с Катькой они яблоко это ели. Ох, так смело, так хорошо. Да, с началом сегодняшнего дня. За творчество. Я думаю, что этим людям всегда будут ставить 6-0. Но тем и тяжелее им, потому что если они взяли эту планку, то им надо ее держать. Да, и уж как в следующий раз, не знаю. Но это хочется смотреть, смотреть и смотреть. Герои! Да вы отчаянный мужчина, подождите, я так просто вам не отдам микрофон. Вы опоздали к самой Навке, как такое может быть? Вы что себе позволяете, а? Бывает, я сейчас принесу свои извинения, подождите. Слушай, Таня, пока Бероев ушел, скажи мне, пожалуйста, я давно хотела спросить, то есть вот сейчас хотела спросить, а Бероев хорошо целуется? То есть это я... Я позволю себе сказать... Я хотел бы поблагодарить за теплые слова жюри и, наверное, в первую очередь Татьяну Анатольевну, которая для меня всегда невероятный пример какой-то сердечности, какого-то уважения по отношению к нам, ко всем, и справедливости всегда. То есть оценки ваши – это не оценка нашей работы, а это какой-то стимул к дальнейшему творчеству. Я вот дарю Тане цветы, благодарю ее, хочу поблагодарить Сашу, Илью и всех, кто работал на проекте. Я очень рад, действительно, вот так случайно вдруг здесь оказаться. Ой, а как я рада! Да, мне тоже. Но я еще более рад тому, что мой товарищ Марат, в общем, вылечил ногу. И в следующий раз катается уже с Таней на законных правах. Смотри, как быстро лечится, а? Ну, а? Я ему помогал. Молодец! А мотивация-то какая? Молодец, вот именно что! Да. Я счастлив, что у меня остается здесь моя жена, которая участвует в проекте, которая делает успехи. И для меня вообще участие в этом каком-то светлом и невероятно творческом шоу на канале был большой какой-то подарок вот в этом году. Спасибо большое. Прелесть. Подожди, Егор, это значит был сейчас твой прощальный танец? Мы тебя не отпускаем, не отпускаем, мы тебя не отпускаем. И прощальный поцелуй, как вы поняли.
Так ты не ответил, он хорошо целует или нет? На самом деле это был сегодня первый раз в жизни, когда вот так на льду и вообще при стольких зрителях, таком количестве людей я целовалась. Так что тоже бывает впервые. Егор, спасибо тебе большое. Было действительно очень-очень приятно с тобой работать. И ты безумно талантливый человек. И спасибо большое за этот... за это время. И вот. Одним словом, 12-0 за ваш прощальный танец. Что может быть лучше? Спасибо, поклон земной. Счастливо. Спасибо. Можно мне добавить? Сегодня у моей мамы, плюс ко всему, еще день рождения. И она сидит здесь. Вот. Покажите, пожалуйста, маму. Спасибо. Thank you.